прогноз для близнецов на июнь 2021 года, что советуют высшие силы знаку близнецы. Значит, мне показывают картинку весы. Вот такие весы Артемиды, знаете, вот такие жестяные чаши, вот весы такие металлические, показывают весы. А о чем это говорит? О том, что в этом месяце у вас будут блуждать сомнения в принятии решения. Вот все будет положено на эти весы, и вы будете взвешивать. Стоит, не стоит, будете колебаться, как эти вот весы. Вот. Но этот месяц для вас очень удачный. Решение все равно придется принимать. В том плане вы будете переживать из-за того, что, приняв это решение, вам придется обучаться чему-то новому. Вот чего-то новому, которое вы не знали, не испытывали никогда. Может, каких-то эмоций, может, каких-то, я не знаю, на работе каких-то обязанностей, которые вам придется взять на себя, которые вы никогда это не делали. Но это вам дается для того, чтобы, ну, для дальнейшего вашего развития. И вот вы будете вешать, оставаться на старом или все-таки новое. Что все-таки перевесит вот это? Ну, надо взять себя в руки, взять себя с энтузиазмом и идти учиться дальше, познавать что-то новое в этом мире. И ничего бояться здесь не надо. Помощь всегда будет присутствовать со стороны. Это ваш дальнейший опыт жизненный, и неважно в какой-то области, потому что знаки зодиака, вы же разные, дата рождения разная, знак зодиака один, а дата рождения и число рождения, и год рождения совершенно разные. И каждый будет вот эти весы выставлять, у каждого своя область, у кого-то там в семейных отношениях, у кого-то там на работе, ну, у каждого свое, как бы, кто-то там в науке занимается, определенную ступень познания проходит, понимаете, и каждый вот будет вешать вот эти вот новые весы. То есть вот вам будет предоставлен открытый путь идти на новое созидание. Ну и вы колеблетесь. Ну это естественно же у всех колебания, и у меня то же самое. Если мне предоставят как бы вот такое, конечно, мне лучше остаться в старом, то, что я уже давно знаю, что давно уже испытала, познала, а тут что-то новенькое. И, конечно, нам будет страшить. Вот эти весы возникают, да, нет, вот так колебания. Но надо идти дальше, надо обучаться дальше. Не бойтесь, идите за познанием. Удачи вам!